утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Дарья сказала, что такое настроение бывает только у романтических натур. А кто такие те самые романтические натуры? Ну, она сказала, это те, кто всем интересуется и всегда мечтает о чем-нибудь прекрасном и таинственном. Неужели? Да это про меня! И про меня! Вот здорово! А что надо делать, когда у тебя весеннее настроение? Да что угодно, что в голову приходит. Ура! Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, я так рада, что ты пришла. Так-так-так, так чем мы все-таки займемся? Неважно. Главное – всех удивлять. Какая погода весной? Разная. То снег, то это опять заморозки. Точно. На небе то тучки, то солнышко. Ветерок то дует, то стихает. И что? А то, что мы должны быть разные. Это у нас будет такая игра. Ой, как здорово ты придумала. Ой, как интересно. Вот, по-моему, кто-то идет. Давай сядем на диван и будем тихо-тихо сидеть. А потом... О, Шуня, Веснушка, доброе утро. Шунь, Веснушка. Ой, да что это с вами? Вы что, меня не слышите? Молчат. Из Пикита там ватрушек, пончиков, рогаликов, и больших, и маленьких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж вы так галдите? Ну, тише. Вам понравился сюрприз? Так это был сюрприз. Конечно. Мы специально сначала сидели тихо, а потом как подпрыгнули. Понятно, и напугали меня. Ой, фу. Я до сих пор не могу прийти в себя. Ну, и что вы там опять замышляете, озорницы? Да вот, тетушка Матильда, неправильно мы поступили. Да уж, ну, хорошо, что вы хотя бы понимаете это. Совсем мы с Шуней бестолковые. Ну ладно, ну уж вы так-то не ругайте себя. Ну вы просто не подумали. Да-да-да, ни капельки. А значит, мы должны быть наказаны. Да, строго-пристрого. Тетушка Матильда, придумайте нам наказание, да построже. Да-да-да. Что-то я не пойму вас. То хохотали, а теперь хмуритесь обе. Ничего не поделаешь. Так нам и надо. Да. Девочки, а вы не заболели? Может быть, у вас температура? Так, 2 минуты, Шуня-Веснушка. Сидите смирно. Сейчас я принесу градусник. Потанцуем? Еще бы! Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Это как же понимать? Тетушка Матильда, не сердитесь на нас. Я пребываю в недоумении, моя дорогая, всего лишь. Но мне кажется странным, что ваше настроение меняется каждую минуту. Ну, оно какое-то загадочное. Да совсем оно не загадочное. Это просто игра такая.
такое весеннее настроение. Нам понравилось, как об этом дедушка Дарья рассказывала. Да. Весеннее настроение? Ха-ха-ха! Ах, вот оно что! Мы ведем себя, как погода весной. То заморозки, то солнышко. То ясно, то облачно. То спокойно, то ветерок. А знаете ли, дорогие мои, мне, скорее всего, понравилась эта ваша игра. Она настраивает меня на романтический лад. Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Я знаю, знаю, что небо бывает такое ярко-голубое, что на него невозможно долго смотреть. Я знаю. Ой, тетушка Матильда, простите. Это я вас перебила, извините. Да-да, и на самом интересном месте. Что с нею? Что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка. С ним журчит, летает в небе с ней. Какие красивые стихи! Очень! Да, да, мои милые. Их автор Евгений Абрамович Боротынский. Ах, весна! Время обновления! Так и хочется светиться от счастья, радоваться жизни! Предлагаю отложить все заботы и немедленно отправляться на прогулку. Так, подождите, подождите, только с ребятами давайте сначала попрощаемся. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, мои друзья, и весеннего настроения. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам новый день.